А сейчас, девчоночки мои хорошие, я буду делать. Знаете, что буду делать? Сейчас, секундочку, извините. Купила окорок. Купила окорок. Ну, вот мы и сделаем для бутербродов. Здесь у меня... 112. Сейчас я его открою, помою, и мы сделаем вместе с вами посолочную смесь. Хотя я вроде всегда говорю, вот хороший вроде кусочек попался, ну с салом ничего. Вот я его сюда. Так, сейчас. На килограмм мяса нужно 20 грамм соли. Вот самое то, девочки, мальчики. Я буду делать с нитритной, значит, я 10 грамм нитритной, 10 грамм простой и 5 грамм сахара. Вот. Сейчас я это все сделаю. Засолю. И у меня двое суток. Соль нитритная. Посолочная смесь 0,6%. Назначение для засолки мяса. Производство сыровяленых вареных колбас. Препятствует развитию патогенной микрофлоры, способствует сохранению розового цвета продукта, предотвращает окисление жира, помогает получить легкий ветчинный вкус, увеличивает сроки хранения, улучшает органолептику и текстуру. Повышает водоудерживающую способность фарша, исключает вероятность передозировки нитритом натрия. Вот, это здесь написано. А то там мне написали, сама ничего не знает. Все я знаю. Господи. Так, теперь 10 грамм простой соли. Знаете, вот можно, наверное, и, как говорится, простой солью. Но я уже тоже говорила, у него цвет хороший, срок хранения. А так получается простой кусок, как говорится, мяса. И 5 грамм сахарного песка. Ой. Сейчас все размешаю. Вот эту вот смесь нашу. И натру хорошенечко мяско. Можно готовить, я делала и запекала. И варила в луковой шелухе. Сегодня я сделаю, не сегодня, она просолится, когда мы сделаем немножко по-другому. Вот. Все. И я его обмазываю. Потом пакеты убираю. Два пакетика. Я сало люблю. Намного дешевле и вкуснее, чем мы купим в магазине. Я эту соль выписывала на Валбересе. Так и писала. Нитритная соль для колбас.
там выйдет то, что нужно. Мы его сложим хорошо, кусочек. Он потом у нас будет одним целым. Я вообще тогда брала, он весь растрепанный был, честно говоря. Сейчас я никаких приправ не кладу. Вот. Это мы будем потом. Тем более у меня, знаете, что уже у меня давно смотрит. Не любит один товарищ. Один товарищ у меня. И также буду доставать пакетики раз в день. И как бы прямо в пакете так помассирую, чтобы это просаливался. Вот и все. Сложного здесь ничего нет. Только то, что ждать. Так, сейчас я достану пакетик. И красиво его сложим туда. Красиво туда его сложим. Потом еще в один положу. Ну и все вот так вот. Что его тут складывать? Вот так. Плотненько. Плотненько сейчас мы его. Вот таким вот. Вот так вот. Вот так. Вот и все. Сейчас еще в один. Вот так я его положу. И потом вот так буду доставать. Вот так прямо в пакетах массировать. Все, девочки, ждем 2 дня. Ждем 2 дня. И по 2 суток получается, 2 дня, говорю. 2 суток. И доброе утро. Прошло 2 суток. Вот я его достала с холодильника. Я хочу сейчас, значит, что сделать? Новый пакетик беру. Ну, потому что не развязать здесь. Кладу лаврушки, перец, горошком. Прямо в пакетик. Вот смотрите, цвет мяса изменился. Видите, какой стал насыщенный. Сейчас я приправлю его перчиком и сухим чесночком обмажу. Если кто, девочки, будут делать, можно любые приправки. У меня не любят. Не любит. Не любит. Один. Так вот. И сейчас, чтобы не шуметь, черным перцем молотым.
Все. Можно, чтоб вот так вот. И один там внизу. Укладываю. Укладываю так, чтобы прямо не было воздуха. Прямо плотненько. Плотненько, плотненько прямо, чтобы. Вот и все. Так, еще один пакетик. Кладем в кастрюлю с водой. Ставим на огонь. С момента закипания килограмм варю час. Полкило варю полчаса. 700 грамм варю 40 минут. Вот как-то так. Все, сейчас завяжу. Я воду налила уже. Все укладываю сюда. Когда закипит, огонь убавлю и буду, чтобы так кипело, чтобы не сильно, но кипело. Сейчас буду варить. Ждем. Вот так у меня кипит. Скоро уже буду выключать. И оставлю остужаться до комнатной температуры. Ну что, пробуем наш окорок. Что скажу? Я его достала из кастрюли, когда он до комнатной температуры. И оставила в пакете. И уехала на дачу. Надо было мне из пакета его тоже, девчонки, достать. Просто здесь как бы, ну, желе образовалось и застыло. Мне пришлось его сейчас протирать. Вот такой вот. Видно, не видно. Шторы закрыла. Свет включила. Вот такое вот мяско. Вот такое мясо. Сейчас будем пробовать. Я знаю, что оно вкусное. Вот так. Вот. И шторы повесила, девчонки. Ну, вот солнышко, видите? Ну, я думаю, видно. Соли нормально. Вкуснятина. Ну все, на этом я буду заканчивать. Мы приехали с дачи. И будем сейчас обедать. Ой. Ну, как, я не знаю, как снимать. В общем, вот такой окорок. Все. Всем пока-пока. Всем огромное спасибо за хорошие, добрые комментарии, девочки, мальчики. И всем, конечно же, крепкого здоровья, мирного неба и всего хорошего, доброго. Всем пока-пока.